Приветствую, ребята! Зашел к нашему хорошему другу, многие его знают, Александр Брест. И вы знаете что? Я всегда хотел ее поддержать. Но я думаю, к 60 годам у меня тоже такая будет. Я думаю, Славик, через полгодика усердного видеоблогинга у тебя тоже будет кнопка. Короче, Саша получил кнопку. Это большущие труды у Саши. Сколько он сделал людям добра, сколько он... Бессонных ночей с большой буквы, можно сказать. Успокойся, Славик. Не все так плохо. Ну, давай, Саша, посмотрим. Все это фигня. Давай. Кнопки эти. Вообще... Ой, лежит среди инструмента так вот, невзначай так. Славик, она мне полтора месяца назад пришла. Я еще на свой канал видео не снял. Откуда пришла, с какой страны? С Америки. Ага. Так, да, ну подожди, это текст записан. Это ж все должно быть... Ну-ну. Поздравляем, вы набрали 100 тысяч подписчиков. Это серьезный результат, ведь вы, чтобы привлечь канал такое количество зрителей, нужно долго и усердно работать. Чтобы отметить ваш успех, мы хотим вам вручить небольшой памятный подарок – серебряную награду. Теперь ваша задача – удержать аудиторию и заинтересовать новых зрителей. Уверены, что вы не остановитесь на достигнутом. Следующий знаковый рубеж – миллион подписчиков. Гораздо ближе, чем кажется. Желаем творческих успехов. Сьюзен Воджицы. Генеральный директор YouTube. Ваджицкий. Ваджицкий, да. Но! Ага. Вот она. Миллион, блин. Александр М. Брест. Давай, что, реально серебряная или так? Реально, Славик. Сдам на металлолом, блин, бабла заработаю. Добро. Ой, вот это да. Она какая-то другая была, сейчас какого-то... нового образца. Угу. Видите, на телефон снимаю. С задней стороны вот такое крепление. Такое, ну, приятно держать. Отшлифованы, ну, все. Прикол с ней был. Вообще, на самом деле. Так. Ну, 100 тысяч-то у меня уже давно. Uh-huh. У меня вот на данный момент 100, сколько, 36 вроде. Uh-huh. О. Короче, дал мне, короче говоря, менеджер ссылку. Мол, перейди и возьми кнопку. Мне просто адрес надо было написать. В принципе, 100 тысяч исполнилось, я мог бы адрес написать, мне бы прислали ее. Uh-huh. Ну, мне что, лень? Нормально. Что-то как-то вечером потом сижу, ну, блин, делать вообще нечего. Монтировать не хочется. Ну, бывает, да. Yeah. Вот, тут вспоминаю, ё-моё, можно же заполнить эту фигню на кнопку. 5 минут заполнил вечером. Uh-huh. Ну, на следующий день смотрю, хоба, мне уже трекер дали. Ну, типа, вот уже едет. Ну, думаю, окей, доедет там через пару месяцев. Фигак, через трое суток она уже в Минске. Ого. Я такой, не понял, думаю, это что, что-то ошиблись. Позвонил, не в натуре в Минске. А самый прикол сейчас бы. То есть, с учетом одобрения кнопки, изготовления именной кнопки, и с Америки там она по трекеру в Кёльн, потом с Кёльна в Варшаву, с Варшавы в Минск, трое суток. И плюс еще вечер один. Ну, четверо пускай будет. А с Минска в Брест, догадайся, сколько ехала. Ну, как обычно, Белпочта не подвела. 8 суток. То есть, ровно, ну, не то, что ровно в 2 раза, а более чем в 2 раза. Превысили срок доставки вот этой штуки из Америки в Беларусь, блин. Да, Саш. Ну слушай, ну твои эмоции, как ты ее получил, это все-таки на самом деле труды. У меня настолько велики были эмоции, что даже в течение вот этого длительного времени, длительного срока, в 1.5 месяца, я не снял до сих пор видео. Я с ней ни разу не сфотографировался, а люди фотографируются, мне как-то на самом деле. Ну, Саша, ну ты вообще... Да надо... как-то, я не знаю, что-то... Ну, кнопка, да и кнопка. Ну, ты планируешь ее где-то повесить, или так будет у тебя здесь лежать, ты в закромах? В туалете! Это такое часто посещаемое место, да? А, нет, не в этом смысле. Не, да, на какую-нибудь полку положу, пускай валяется. Ну, Саша, ну, следующий этап – золотая кнопка. Славик, вот, ты серьезно веришь, что я доживу до золотой кнопки? Ну, мало ли что. Не, ну, я буду только рад. Но с учетом того, какого плана у меня контент, что-то я сомневаюсь. Мне надо там девушку полуголую добавить. Может быть, прирастет что. Ну, там, я имею в виду, по подпискам. А если я буду продолжать ремонтировать инструмент, да, успокойся. Узкая. Ну, кому сейчас... Да не то, что узкая. Такого плана вообще, в принципе, видео не так смотрят, как развлекаловку и так далее. Правильно? Ну, да. Ну, это такой технический больше канал, да, можно сказать. А именно развлекать сильно я не то, чтобы умею и хочу.
Понятно. Слушай, тебе понравилась кнопка? Саша, ну это прям... Ну, просто сила. Просто искренне поздравления. Кому понравилась кнопка, подписывайтесь на меня. Ссылка, Славик, в описании оставлю. Обязательно. Все. Добиваем до золотой. Все, пока.